И снова всем привет, ребят, чуть-чуть впечатлений все-таки о телефоне от компании Vivo S7 или V20 Pro. Я надеюсь, что будет, ну что, кому-то интересно, потому что телефончик еще чуть официально будет, ну что, и в России, и в Украине, тем более, что стоимость, я так думаю, что вкусаться, ну что, по полной будет, потому что китайцы акцентируют, что, ну что первый из телефонов, у которого, ну что, камера идет 4K, стабилизация и все плюшки, вот что существует. Спинка стеклянная у нас, я вам скажу, что спинка именно, ну что, сделана до такой степени, ну что, изумительно. Я не знаю, ну что, вот так вот, если взять с Покафоном, учитывая, что стоимость их, ну что, тютелька, ну что, тютелька идет, но вы гляньте, до такой степени, ну что, Поков крупнее идет и в толщине, и всем, ну что, полностью. Извините, ну что, с Покафоном, вот именно, вот я и сравню. Ну что, знаете, вот я просто отталкивался от стоимости, и, ну что, и первого, и второго у нас экранчики из такой же, ну, технологии. Единственное, что у Покафона оказался экранчик, ну что при солнце чуть-чуть светлее. И читаемость, ну что информации, ну что покруче. Но сделано все и красиво, аккуратно. Ну что кнопочки у нас и красивые, и стильные. Извините, ну что испытываем Poco X3 и пишем 4, ну что кей в 30 FPS, то будет, я так думаю, что в конечном итоге, ну что картинка, что печальная. Из камеры у нас здесь, ну что вполне все круто. 64 в пикселя, 44 в пикселя, и ширик и спереди, и сзади есть, потому что все включено, и 4K 60 FPS, и что спереди, и что сзади, потому что пишет. Единственное, что, ну, что с такой темой стабилизации, что вы не увидите. И я вот изначально, ну, что у всех интересовался, вот что, ну, что для вас комфортнее. Или чтобы, ну, что цельный экранчик и шел, знаете, ну, что и все включено, ну, чтобы было, но в камера и шла и с перископом, да? Вот, ну что, включается, все так, ну что, и красиво, аккуратненько. Или все-таки, чтобы, ну что, и шел, ну что, телефончик, ну что, до такой степени комфортный, ну что, вот действительно удобный, что ужас. Он тоненький, вот, ребят, я не знаю, знаете, ну что, все из последних телефонов, что мы сталкивались, все шли там из пластика, знаете, ну ладно, ну что, стеклянные и шли, но здесь, ну что, ты держишь, ну что, телефон, и все классно. Единственное, что замечание, что все-таки в корпус каркас, потому что сделанный, я, ну, чувствую, что из пластика. Вот я не знаю, что пусть меня, ну, что в камнями, ну, что кидается, но в любом случае, ну, что чувство вот такое вот есть. Ну, что включается экран, у нас есть, ну, что функция Always On Display, ну, что все вполне окей, если захотели, ну, что изменяется, все, ну, что включается и срабатывает. Ну что классно, и самое изначально, что встречает нас, ну что чёвочка, я акцентировал, что у нас есть и ширик, и стандартная, ну что камера, я не знаю, знаете, ну что для кого-то кажется интереснее, чтобы, ну что были сбоку и шли, ну что дырки, отверстия или что, но в целом, я знаете, вот я им, ну что попользовался, и теперь, ну что с Poco X3 с дыркой, ну что в центре, вот честно, знаете, и щелочкой, ну что в конечном итоге, ну что все чуть-чуть, ну что комфортнее. Телефон, ну что сделан вот именно, ну что это что у меня, чисто для Китая. Но в чем прикол? У нас оказалась и сертификация, и Google. Вы включаете, ну что ставите Google Pay, ну что все включается и срабатывает. С приватом, вот я из Украины, ну что все, ну что вполне комфортно, что претензий, что вот не имеем. По экранчику, ну что по качеству, вот единственное, что из упаковки ставите, ну что Play Market, скачиваете из интернета, ну что устанавливаете, и все. Ну что все включается, и с локализацией, ну что все вполне, ну что комфортно. Вот если захотели, ну что включили в тест, смотрите, ну что встречает вот нас, ну что реклама, естественно же, ну что изначально, вот видите, Ковтун, ну что рассказывал, что классный, ну что телефон, в таком случае, ну что будем думать, что классный. По качеству, чтобы глянули, вот что у нас есть, вот ребят, видите. Есть, ну что, извините, камера слабенькая у меня, и в конечном итоге, ну что, единственное, что по качеству, вот я, ну что, включаю и показываю, но в конечном итоге, вот единственное, чтобы, ну что, интернет не ступил, и знаете, и вы, ну что, увидели, скажем, ну что, картинку, вот что увидел, что я. Включается и не глючит, и не тормозит, ну что, изумительный экран, ну что с цветами, и с передачей, и днем, и все, что полностью все, ну что претензии здесь, ну что к телефону, вот я, ну что не имею. Если захотели, ну что включается автоматическая, ну что яркость, если захотели, то, ну что включаете. Вот в чем плюс, то вот именно по экрану,
Знаете, оказался ты, потому что в темном помещении экранчик, потому что так потихонечку, потому что изменился и стало, потому что все комфортно тут, потому что претензий вот не имею. По качеству экрана, потому что все круто, но в любом случае, потому что пока вот все-таки, потому что яркость чуть-чуть поболее. Я не знаю, потому что кто-то из подписчиков, потому что включили Инстаграм, что вот Ленкин, я включал их именно, потому что и первый телефон, и второй. И все-таки вот там, потому что видно, что у пока экран чуть-чуть светлее. Еще, скажем так, потому что для кого-то окажется уже все, ну что торба, но что для меня что-то не смертельно, что в телефоне вот нет стереозвука, вот, ребят. Но ты включаешь, ну что звучание, что в телефоне, и просто чтобы вы услышали звук. По качеству испытываем, ну что Poco X3, я не знаю, там что по качеству будет в конечном итоге. Если вы хотели, ну что включается. Эффекты у нас там есть, аудиоэффекты. Так, что-то я включил, ну что-то не то, что надо. Есть, ну что-то You Again. Ну что, единственная песня, что вот я все люблю. Спинка здесь вообще, вот, ребят, ну что, бомба, он в такой степени, он круто, ну что, смотрится, что ужас. Просто, да, ну что, Poco симпатичный, но все-таки, ну что, в плане вот, спинки и дизайна, ну что, Vivo здесь, ну что, сделали, вот я считаю, ну что, вполне интересно, не смотрится, знаете, а слишком, ну, с перебором, вот как, ну что, китайцы увлекаются и бомбят. Так, ну что, громкость, ну что, динамиков, я думаю, что все услышали, и с вибрацией, ну что, все вполне окей. Из недостатков, что индикатора у телефона, ну что, вот нет, используется вот USB-C, тут, ну что, все комфортно, в комплектации в чехольчик и шоу, и пленочка, и, ну что, идет. Я думаю, что все видели, что я использую, ну что, управление со свайпами, в чем прикол, я не знаю, или оказалась, ну что, тонкая пленка, но в конечном итоге, ну, вот ты, ну что, делаешь такие движения, все, ну что, вполне, ну что, круто. Вот, что, включаем приложение, чтобы глянули, ну что, скорость и запуск всего. Что, телефон, вот именно, ну что, в плане эксплуатации на ежедневной, я не знаю, ну что, вот что с ним сделать, чтобы, ну что, убить его и загрузить. Тут, знаете, ну что, и при желании вы, ну что, просто с ним, что вот ничего, что вот не сделайте. Вот для информации указано, что у нас писа V20 и с памятью, что извините, что иногда в клеймае, ну, цифры и хотелось бы, но в конечном итоге, ну что из-за заикания, вот я, ну что вот не получается. В чем что печалька и спока в конечном итоге, ну что сшивать. Ну что, все видео буду из-за того, что вот видите, ну что, кусочками, ну что пишет, вот здесь, ну что, печалька. Здесь, ну что, включал и писал 4K и 60 FPS, и сколько, ну что, ты хочешь, и столько, ну что, пишешь. Тут, ну что, покруче. Из тестов, я не знаю, изначально, ну что, включу информацию, чтобы глянули о телефоне, ну что, вдруг все-таки, ну что, кому-то интересно, какой процессор используется, потому что, знаете, в технологии я акцентировал, что из-за заикания мне, ну что, все эти циферки, в которые все, ну что, блогеры, ну что, вот рассказывают, знаете, вот я, извините, хотел бы я сказать, ну что, вот не получается. По поводу, ну что, экрана, что 60-герцовый, ну что, Poco, он тоже, он, ну что, у меня в Poco X3 и 120 Гц. И знаете, я вам скажу, что, ну, что вот не так все, ну, что, ну вот как, ну, что все акцентируют на, ну, что, герцовке экрана. Я бы сказал, что здесь, ну, что более, ну, что все вот, ну, что вот рассказывают, и знаете, что больше используется, ну, что реклама. Единственное, что в Poco, ну, что процессоров покруче, и по памяти вот все мне, ну, что рассказывают и доказывают. Вот я вам, ну, что показываю циферки, я не знаю, потому что вдруг там с приложением может что-то не так, я, ну, что, просто показываю, а вы уже, ну, что, думаете, что, ну, что, к чему и как. Есть, тут глянули, ну, что, по аккумулятору, ну, 4000 и 4700, ну, конечно, ну, что, отличается конкретно. Есть по камерам, вот видите, ну, что, здесь, я так понял, ну, что камеры, ну, что, отличаются у нас, но в целом я вам скажу, что, знаете, отличий, вот я
Ну, чтоб не увидел. Вот единственное, что из селфи, вот здесь, ну, что пушка, она у Vivo, ну, что они сделали, ну, что чудо. Синтетику Antutu, ну, что включите, естественно же, у Покафона в покруче, в пополной, вот, чтобы вы увидели. Единственное, что, знаете, вот я специально, что так, ну, что сделал, чтобы глянули, ну, что вживую скриншотов их просто, ну, что действительно по полной у меня все элементы скриншоты. Вот чтобы глянули, знаете, ну, что все вот делают, ну, что тесты на, ну, что Throttling. И впервые вот я включил, у меня оказалась, ну, что циферка в 313 тысяч, Покафонов ты включишься или нет. Мне же интересно. Ну, тут считаю, что 600, по-моему, да. Вот видите, ну, что, ну скажем, что для игрушек в Покафон то 100% покруче. Здесь у нас, ну, что указывается, что аккумулятор в течение, ну, что двух дней комфортненько попользуйтесь, ну, что все окей. И по факту, ну, что так оно, ну, что действительно и есть. И вот я испытывал, ну, что там, я со старта, знаете, закончилось, ну, что тест Antutu еще раз. И еще раз, вот смотрите, в 311 тысяч, 313, 312 тысяч, 311 тест включил. Тест по аккумулятору, ну что включил, Geekbench 4 у нас идет, ну, что для информации, и тест, ну что памяти, ну что вдруг вот кто-то, знаете, ну что использует, и показываю, что у нас еще здесь указало, ну что с оперативкой. Ну что в целом, я вам скажу, что, знаете, ну что цифры, да, не самые, ну что крутые идут, но в любом случае в игрушки, в комфортно играешь, ну что все по максимуму, по памяти, все включается и срабатывает здесь. Ну что действительно в комфорта, ну что скорости включения и загрузки и страниц и всего, ну что претензий, что к телефону, вот я, ну что не имею там, ну что все кричат, вот в китайское что-то у вас есть, смотрите, ну что как это исправляется, тут включаете и тут. Все, в конечном итоге, ну что вы в китайщине, что в телефоне, ну что вот не увидите, используйте, ну что телефон на все 100%, потому что здесь бы, знаете, и хотелось бы что-то, ну, что придумать, но в конечном итоге он, ну, это сказка. По камере, я не знаю, ну, что вдруг, ну, что кто-то из подписчиков я смотрел, ну, что распаковку акцентировать я уж не хотел. Из видео 4, ну, что кей и 60 FPS у нас, ну, что пишется и включается стабилизация, из Full HD и 60 FPS. Ну что в целом симпатичная картинка. И захотели, вот есть, ну что интересная вот штука. Вот видите, ну что включаете. Вот именно, что для блогеров, кто использует, то так, ну, если захотели, ну что так включается. Если захотели, то, ну что пополам. Интересная, ну что вполне идея. Я смотрел, ну что исполнение ее, вот именно, ну что видео в примерах будет, то все-таки, что гляньте, вот, ну, что действительно толковая, что штука. По камере, днем, в темноте, ну, что в целом, вполне, ну, что красивые в картинке оказываются. Я не скажу, ну, что супер. Вот, ребят, я вот единственное, что, знаете, вот не использовал, ну, что пункт штатива. Честно, вот я, ну, что лукавить вот не буду, знаете, вот я стабильно всегда, ну, что акцентировал, что я использую, ну, что в камеру, вот только из рук, не использует, ну что, ни технику, ни все полностью. И хотя и штативы у меня есть, и все плюшки, я считаю, что так, ну что, вот нечестно. Здесь, ну что, включается, и здесь, ну что, сталкиваемся и с чудом, ребят. Вот смотрите, у нас есть, ну что, стандартное, если захотели, ну что, включается и ширик. С таким мы, по-моему, впервые столкнулись в шестерке Pro, да, от компании Realme. Но в любом случае, вот там, что все сказали, что хлам. Тут, ну что, камера уже, ну что, чуточку поинтереснее. Из видео, ну что, включается в 4, ну что, кей, 30 FPS и стабилизация вот есть. Вы прикиньте, ну что, ты идешь, ну что, для блогинга, я считаю, ну что, сказка идет. И причем, ну что, камера идет с автофокусом. Ну что, действительно, все здесь уже, ну что, сделано, ну что, покруто. У нас включается и красивое лицо, и стили, и все полностью. Если захотели, вот смотрите, чтобы, ну, чтобы не думали, что вот я вот что-то придумаю, 4K и захотели 60, ну, что FPS, но в такой ситуации, что стабилизации вы, ну, что вот не увидите, знаете, и картинка все дерганая будет. У кого стабилизатор вот есть, то я считаю, что штука в целом, ну, что вполне окей. По фото вполне, ну что все классно. Ну 100% по качеству покруче, чем Покафон, отлично. Что для меня, ну что единственное, что, знаете, в
Китайцы акцентировали, потому что индейцы, вот я смотрел, потому что презентацию, потому что в Индии, извините, что-то сказал неправильно, и там, знаете, они акцентировали, что съемка в темноте, потому что изумительно. Я включал вот что-то по фото и по видео, но как-то вот не так, как на картинках. Я не знаю, или там специально, потому что использовались условия, освещение и все полностью, но вот я всегда, потому что, вот я никогда, потому что не стеснялся и говорить, и показывать вот так, как оно, что есть. Но по камере, вот именно и селфи, потому что у телефона сказка идут, потому что претензий вот не имею. По качеству сигнала в 4, потому что G в Украине, все, и Kyivstar, и Vive, и из Vodafone, что включается и сработать. Кто думал, что покупать в красивый и стильный телефон, да, здесь что не самый топовый вопрос, но в любом случае это сказка, я всем рекомендую. Всем спасибо, пока.